Снова здравствуйте, дорогие друзья! Вновь рад приветствовать вас на канале лучшей компании на побережье Коста-Бланка. Сегодня у нас будет видеопрезентация одной квартиры, которая расположилась буквально 300 метров от этого шикарного пляжа. Квартира расположилась в районе Асикьон, имеет две спальни, два санузла, общая площадь 55 квадратных метров и, внимание, цена 59 900. Я приглашаю вас оценить этот вариант. Думаю, он достоин вашего внимания. Но ближайший пляж к квартире – это Асикьон, буквально 150 метров. Хотя я все-таки вам рекомендовал бы Ноуфракос, откуда мы начинали это видео. В квартире осталось пройти буквально 150 метров. Ну вот мы добрались к дому, он за моей спиной. Год постройки здания 1997. По поводу инфраструктуры. Недалеко отсюда есть большое количество магазинчиков, ресторанов, кафе. Если говорить о большом супермаркете, у вас есть выбор. Или отправиться в центр к Меркадоне, приблизительно дистанция 1000 метров, там же находится автобусная станция. Или отправиться в сторону пляжа Ноуфрагос, и где-то через 1000 метров у вас будет большой продовольственный гипермаркет Aldi. Но неподалеку отсюда есть большое количество небольших магазинчиков, баров, ресторанов, инфраструктура объекта хорошая. Что касается самого объекта, он расположился у нас на нулевом этаже. Вот эти три окна принадлежат квартире. Есть цокольный этаж, то есть есть подвальное помещение, в квартире нету сырости, объект с ремонтом, в хорошем состоянии, заезжай и живи. Это действительно состояние заезжай и живи или сдавай в аренду. Я приглашаю вас посмотреть эту квартиру. Вот ключи от квартиры, они могут стать ваши. Хочу обратить ваше внимание, дверь входная, хорошая броневставка идет, хорошее состояние, классная дверь. Напротив у нас прихожая, как мы привыкли, шкаф-купе для верхней одежды, которая вам не понадобится или понадобится крайне редко. Вот. Ну, шуба норковая вам точно тут не понадобится в Испании. Вот так выглядит прихожая относительно планировки. Это первая спальная комната. Здесь салон, кухня. Также в этой квартире есть патио, мы к нему вернемся. Дальше у нас по коридору санузел и еще одна спальня со своим личным санузлом. Я приглашаю вас осмотреть первую спальную комнату. Вот так выглядит первая спальная комната. Здесь есть встроенный шкаф. Мебель, все аккуратно, чисто, квартира полностью готова для того, чтобы ее, так и хочется сказать, сдавать в аренду или жить, как вам угодно. Везде по дому есть жалюзи, решетки на окнах, если хотите, вы можете их демонтировать, то есть это принимать решение вам. Что ж, движемся дальше. Хочу обратить ваше внимание, что в квартире есть кондиционирование, центральное кондиционирование, вот вент-выход, одно зонирование, но этого вполне достаточно для того, чтобы охладить или, скажем, обогреть эту квартиру в теплую испанскую зиму. Вот так выглядит салон, здесь у нас диван, напротив телевизор, вот такая обеденная зона, окна, пол, потолок практически. Вот такие жалюзи внутренние, также есть внешние же жалюзи. Вот так выглядит кухня, она отдельная, да, небольшая, компактная, тут место, скажем, для одной хозяйки, я бы сказал. Но выглядит она очень хорошо, фасады, столешница, все, мне хочется сказать, новое, но относительно новое. Вот так варочная панель выглядит, духовой шкаф, мойка, также есть вытяжка и бойлер, скорее всего, бойлер у нас находится в патио. И посмотрите, какая хорошая столярка в этой квартире. Натуральное дерево, по-моему, или шпандированное. Натуральное. А теперь перемещаемся в патио, где
у нас находится, как я и думал, бойлер. Также здесь есть холодильник, стиральная машинка и, скорее всего, это сушка или дополнительная стиральная машинка. Вот это сушка, а то у нас стиральная машинка. Здесь у нас вторая половина патио, вот так она перекрывается раздвижной дверью, есть небольшой шкаф. Скажу вам, это удобно. По какой причине удобно? Здесь можно хранить все вещи, которые вам будут нужны на пляже. Шезлонги, стульчики, зонтики вот тут вот сложили, и они вам не попадаются нигде в квартире. Ну, приятная квартира для этой цены, скажу вам честно. И вот это действительно можно назвать состоянием, заезжаешь и абсолютно все есть для того, чтобы жить, сдавать в аренду. Вот. Нестандартная планировка. Хочу добавить еще один момент. Когда в квартире две спальни, два санузла, эта квартира больше ценится. Вот так выглядит первый санузел, где есть душевая кабина, биде, унитаз, умывальник. Состояние напольной, настенной плитки по всей квартире на 5+. Вот так выглядит вторая спальная комната. Есть еще один санузел, спальня небольших размеров, но, дорогие друзья, живя или отдыхая в Испании, поверьте мне, спальню вы будете использовать сугубо по назначению. Пришли, поспали, утром оделись и побежали на пляж. В ванной комнате у нас умывальник, унитаз и, вы думали, душевая? Нет, в ванной комнате еще один шкаф. Еще один момент. В этой спальне поменено окно. Это уже современное окно, двухкамерный стеклопакет, хорошая звукоизоляция. Я так понимаю, собственники меняли для себя, чтобы не было шума. Кстати, пока мы снимали видео, по данной улице проехала, может быть, Леш, одна-две машины максимум. Вот. То есть тут не будет шумно. Это не загруженная дорога, поверьте мне. В квартире мы находимся тихо и спокойно, шума нет. Вот так выглядит эта квартира. Я приглашаю вас обратно на пляж Ноу Фрагус. Вот такой, на мой взгляд, очень достойный вариант. Соотношение цена-качество интересное. Стоимость объекта 59 900, общая площадь 55 квадратных метров. Год постройки здания 1997. Хорошая инфраструктура, близость к пляжу, вы видели эту дистанцию. Этот объект еще делает интересным тот факт, что коммунидат всего лишь 220 евро в год, а ежегодный налог ИБИ 145 евро. Данный объект подойдет как для жизни на круглый год, так и для сдачи в аренду. Дорогие друзья, я настоятельно рекомендую связаться со мной, мой номер есть в описании, и мы обсудим детали сделки. С вами была лучшая компания на побережье Коста-Бланки, компания Алегрия. Успейте купить свой объект.